Швед будет играть один на один. Теперь уже Лойд вынужден обороняться. Сдваивание не произошло. И в итоге снова свободный трехочковый для ЦСКА. Первый матч серии. ЦСКА-Зенит. Третья четверть. 4-0-7 до конца. Уилл Клайберн приводит мяч. Цель нападения — передать мяч внутрь на Милютинова для его игры в посту. Поскольку защита сделать ему это не дает, очень агрессивно борется Пойтерс с ним, команда приходит к пик-н-роллу. 8 секунд до конца, и пик-н-ролл Швед-Милютинов. Агрессивная защита. В тот момент, когда мяч приходит к Милютинову, в ротацию защиты подключается еще один игрок. И образуется ситуация, когда на дальней стороне от пик-н-ролла три нападающих стоят широко, и против них два защитника. При переводе мяча на дальнюю сторону, то, что Никола сейчас собирается сделать, начнется движение защиты. Уже началась ротация, начнется еще большее движение защиты. Никола переводит мяч. Первая передача, на нее выходит игрок. Вторая передача на Ивана. Иван берет на себя бросок. У него есть возможность перевести мяч в угол, но он этого не делает. Бросает через Сергея Моню и забивает. Решение игрока выполнить именно этот бросок, мне кажется, идея в том, что в предыдущем владении Иван, очень хорошо защищаясь против Ллойда, пропустил трехочковый. И его целью было взять инициативу на себя и набрать очки в ответ. Это очень важный ментальный момент в матче, и мне кажется, он очень хорошо был реализован. Свободный трехочковый для ЦСКА.